Всех приветствую, продолжаем знакомиться с творчеством художников, скульпторов и их автобиографии. Луи Кандид Буланже, французский художник романтического направления, пастелист, литограф и поэт, известный своими религиозными и аллегорическими сюжетами, портретами, жанровыми сценами. Буланже родился в Пьемонте 11 марта 1806 года, где его отец Франсуа Луи Буланже, подполковник наполеоновской армии, познакомился с его матерью. В 1821 году поступил в школу изящных искусств, где получил классическое образование в стиле Жака Луи Давида и у Гийома Гиона Летьера и подружился с Ахиллом де Верия. Решил стать художником под влиянием вождей романтической школы. В 1824 был среди финалистов Римской премии и встретил своего друга на всю жизнь, писателя Виктора Гюго. В 1840 был награжден орденом почетного легиона. В 1854 женился на 27-летней Аделаиде Катрин Амели Лимонье де ла Фос. И у пары родилось двое сыновей. В 1860 был назначен директором имперской школы изящных искусств Дижона. Умер здесь в 1867 году и похоронен в Париже. После своей смерти Виктор Гюго написал «Мадам Буланже». «Я обязан Луи Буланже своими лучшими воспоминаниями. Его юность и моя были переплетены. Еще будучи подростком, я сам заметил, насколько он был талантлив». Среди его известных друзей был Виктор Гюго, художник-историк Эжен де Верия, писатель Анаре де Бальзак, поэт Алоиз Бертран, литературный критик Шарль Огюстен Сен-Беф, романист Александр Дюма сын и многие другие известные личности. Получил медаль второй степени от школы изящных искусств, за которую последовали медали первой степени в 1836 и крест в 1840. Проиллюстрировал несколько романтических произведений Александра Дюма, «Восточные сказки» и 7 изданий «Горбуна» из Нотр-Дама Виктора Гюго. Создал сценические костюмы для некоторых театральных пьес Виктора Гюго. В 1850-м Буланже расписал часовню душ в чистилище в Сен-Рош. Расписывал фрески для фриза Версальского дворца и дворца Сен-Клу. Луи Буланже принимал активное участие в романтическом движении, написал портреты нескольких личностей, таких как писательница Жорж Санд, Виктор Гюго, Адель Фуше и писатель Петрюс Борель и многие другие. В его картинах чувствуется влияние французского живописца Антуана Жана Гро, французского живописца и писателя Эжена Фроментена, английского живописца Джона Констебля, а также испанского художника Франциско Гои. Его работы можно найти во французских коллекциях, включая Лувр, дом Виктора Гюго и музей изящных искусств Тур. Его сын Луи Рене Буланже тоже стал художником. Но так вот вкратце из переводной Википедии о Луи Кандид Буланже, который был французским художником романтического направления. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.